Ребята, недавно я листал свой фотоальбом. Там собраны фотографии всех животных, с которыми мне удалось повстречаться и о которых я вам уже рассказывал. Вот только моей фотографии там нет. Я же совсем забыл рассказать вам об осьминогах. Здравствуйте! Мне очень нравится ведущий программы «Осьминог Павел», но я ничего не знаю о жизни настоящих осьминогов. Расскажите, пожалуйста, об этих необычных жителях океанов. Варя, я польщен. Мне очень приятно, что моей скромной персоной заинтересовались юные телезрители. Но о себе рассказывать мне как-то неловко. Пусть это лучше сделает наш эксперт Илья Гуревич. Здравствуй, Варенька. Осьминог действительно очень интересное морское животное. Приходи к нам в морской аквариум и океанариум, и я тебе расскажу все об осьминоге. Осьминоги относятся к отряду головоногих моллюсков, обитающих в морях и океанах. Головоногими их называют потому, что щупальца расположены именно на голове. А еще осьминогов величают морскими аристократами. Поводом для этого послужила голубая кровь, которая течет в жилах этих удивительных созданий. Кроме того, у осьминогов целых 3 сердца и большой мозг. Недаром эти моллюски считаются самыми умными обитателями подводного мира. Скажите, где обитают осьминоги? Почему мы их никогда не видим в море? Варенька, дело в том, что осьминоги – придонные животные, и они при этом любят прятаться. Живут они в таких вот коралловых рифах, на глубине где-то 80 метров, 150. Некоторые виды вообще на глубине аж нескольких километров, поэтому их действительно трудно увидеть, они хорошо прячутся. Конечно, мой дом – моя крепость. А осьминоги всегда такого маленького размера? Ну, осьминоги бывают самые разные. Бывают осьминоги буквально вот один сантиметрик, да? А есть осьминоги и 3 метра, и даже больше. Ого, какие большие! А сколько щупальцев у осьминога? У него 8 ножек. Это общеизвестный факт. Они могут являться и ножками, и ручками, да? И соединены они тонкой пленочкой. А если посмотреть на ножки изнутри, то там будет и 1, и 2, и 3 ряда вот этих вот присосочек, которые у него достаточно мощные. То есть они могут и строить себе жилище, и хватать добычу. То есть достаточно цепкие товарищи такие. Вот рыба дышит при помощи жабр. А как дышит осьминог? А осьминог тоже дышит при помощи жабр. Вот здесь он мало отличается от рыбки. А осьминог – это умное животное? Осьминог не просто умное, а это очень и очень умное животное. Головоногий моллюск этот, его иногда называют приматом моря, да, сравнивают даже с обезьянами. Он много чего умеет. Если его держать в аквариуме, то можно его научить очень многому. Он хорошо привыкает к хозяину, он различает фигуры, лежит ли это треугольник или квадратик. Он различает кнопочки. Если его кормить возле красной кнопочки какой-нибудь, то со временем он научится и будет туда прям надавливать своей лапкой замечательной. То есть давать хозяину сигнал: дай покушать. А если заниматься осьминогом основательно, уделять ему очень много внимания, некоторые особи умудряются сами открывать бутылочку, запихивать свою очаровательную ножку туда и доставать еду. Представляешь, какие умные? Кто же не любит полакомиться чем-нибудь вкусненьким? Разве это заслуга? А я, между прочим, отлично играю в шахматы. Я никогда не думала, что осьминога можно дрессировать. Значит, его можно держать в домашнем аквариуме? Да, конечно, можно. Хозяин, если он увлечен своим питомцем, очень много узнает нового про осьминога. Единственное, что ему надо сделать местечко, где он мог бы спрятаться, куда зарыться, и не сажать к нему соседей, которые его будут беспокоить. А чем питаются осьминоги? Питаются осьминоги и моллюсками, и мелкой рыбкой, и крабиками. А осьминоги живут по одному или группами? Осьминоги, Варенька, одиночные животные, они живут, как правило, по одному. Соседи все время шумят. Вот, например, рыба-пила постоянно делает ремонт, а рыба-собака все время лает. Никакого покоя от них нет. Приходится под корягами прятаться. Осьминоги замечательные строители. У них ножки, вот эти лучки, да, со присосками, позволяют им поднимать всякие камешки, и они строят настоящее себе укрытие. Причем вход должен быть узенький, а место, где внутри они будут жить, оно будет широким, чтобы им было там удобно.
и никто к нему залезть не мог. Дело в том, что сам-то осьминог пролезет буквально в любую расщелинку. Он очень эластичный. Единственное ограничение – это вот его клюв, ротик, он твердый. И вот по ширине его и должно быть отверстие, чтобы он сам туда мог забраться. А еще осьминоги иногда поселяются в самых неожиданных местах. Например, это может какая-нибудь затонувшая шина или еще какой-нибудь предмет. И там ему хорошо, там он и прячется. А мне пришелся по душе старый пиратский корабль. Здесь так спокойно и уютно. От кого прячутся осьминоги? А прячутся они от акул. Очень они не любят мурен, потому что для мурен осьминог – это настоящее лакомство. Ну и некоторые виды тоже охотятся на осьминог. Так что спрятаться ему необходимо. А чтобы спрятаться, он иногда очень здорово меняет цвет. Он может быть стать и белым, и красным, и фиолетовым, разным. Причем, когда он сердится, он красный. Когда он боится, он белый. Он за одну буквально секунду может несколько раз поменять цвет, поменять форму. И так расположится, что ты его даже и не увидишь. А чтобы запутать хищника, он еще выбрасывает чернила, такую темную-темную красочку. И там его не видно. Хищник бросается вот в это место, где чернила, а осьминог уже совершенно в другом месте. Убежал. Я еще и не такое умею. Это у меня знаменитый агент 007 учился разным трюкам. Очень интересное животное. Спасибо за рассказ. Спасибо тебе, Варенька, что зашла. Приходи к нам в океанариум почаще, я тебе расскажу много очень интересного.